В Актюбинской области с 3 апреля возобновлен проект «Халык-Капсыздыгын Камтамасыз Ету». Реализация проекта продлится до 27 апреля. Рабочие группы, куда войдут местные специалисты, будут работать по 8 направлениям проекта в Актюбе и 5 районах области – Байганинском, Угалжарском, Шалкарском, Алгинском и Темирском. При этом основной акцент в работе с населением будет сделан на решение актуальных социальных вопросов, профилактику религиозного экстремизма, разъяснение вопросов реализации государственных и отраслевых программ развития бизнес-среды в регионе. С целью профилактики религиозного экстремизма в молодежной среде члены рабочей группы посетили Актюбинский региональный государственный университет, где провели встречу со студентами. В ходе встречи выступили теологи, представители центра Ансар, музея Руханият, подробно осветившие вред деструктивных религиозных течений, рассказавшие, как не попасть под их влияние.